Всем привет! Вы на канале «Вкусно дома». С вами, как всегда, я, Ольга Молодцова. И сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный салат с фасолью. Он, с одной стороны, такой свежий благодаря овощам, а с другой стороны, сытный благодаря фасоли. Итак, давайте посмотрим, что для него нам понадобится. Консервированная фасоль, болгарский перец, свежий огурец, немного зелени, соевый соус, оливковое масло, сахар и сок лайма или лимона. Для такого салата можно использовать и белую фасоль, но красная, на мой взгляд, имеет более насыщенный вкус, а потому вкуснее. Но начнем мы с вами с того, что нарежем свежий огурец тонкой соломкой. А вообще этот салат делается просто считанные минуты, вы сейчас сами все увидите. Дальше болгарский перец тоже нарежем тонкой соломкой. Причем, если огурчик можно нарезать потолще, то перчик лучше нарезать более тоненькой соломкой. И нам с вами осталось лишь сделать заправку для нашего салата. Здесь нет ни майонеза, ни сметаны. Такой салат точно можно отнести к ПП-питанию. Единственное, в заправке у нас есть сахар, но его можно заменить на мед или другие натуральные заменители сахара. В отдельной посуде соединяем соевый соус, оливковое масло, сахар и сок лайма или лимона, что вам больше нравится. Лично я взяла и то, и другое. И теперь все это тщательно размешиваем до однородности. Кстати, по желанию в эту заправку можно добавить буквально пол чайной ложки соуса терияки, чтобы создать более азиатский вкус. Либо по вкусу добавить бальзамического уксуса. Отправляем заправку к салату и все тщательно размешиваем. Зелень в этом салате точно не будет лишней, она придаст свой вкус и аромат. И я использую для этого салата кинзу, очень подходит кинза к такому салату. Но если вы не любите кинзу, замените ее петрушкой. Вот так элементарно, просто и быстро можно приготовить этот очень вкусный и полезный салат. Если он вам понравился, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать на колокольчик, заходите в мои соцсети, все ссылочки в описании, пишите мне комментарии, я всегда их очень жду. Ну а сегодня у меня все, приятного вам аппетита, пока!